Итак, друзья, всем привет. Это видео называется «Разоблачение зимнего омывателя на 25 градусов мороза. Айсберг зимовый плин до сприскивацзи». Написано 5 литров. Это не 5 килограммов, ничего. Я человек детальный. Я залил в канистру 5-литровую фордовского масла. Из-под фордовского масла чистую. Вот так вот. Получилось 4,4 литра. Это 5 литров вот сюда вот. Ну вот по поделкам вот. Если вот половина получает 4,5, то вот где-то здесь 5 литров должно было быть. То есть не должно было быть видно. Вот здесь четко 4 литра, 4,300 даже, я бы сказал. Вот по эту поделку вот. Вот так вот. 4,500 пускай, но меньше, чем должно быть. Итак, айсберг зимовый плин содержит всего лишь 4 до 4,5 литров омывающего средства. С пол-литра мы дарим, за пол-литра им денег. Даже по банке по самой было видно, что здесь меньше, чем должно быть. Так, ребята, будьте начеку, слушайте детальных людей. Всем удачи, всего самого хорошего. Пока, благословений.